Как вам эта осень? Слушайте, разве это осень? Это настоящее лето, настоящее бабье лето. Настолько тепло, настолько просто жара. Я вам показываю свой наряд, посмотрите. Мужу нравится, он балдеет. Это вещи, знаете, из сундука. Раньше были скрыни на украинском мове. Вот это та вещь, которая лежит в скринях. Сколько раз я эту юбку хотела выбросить, что-то перешить, она опять не выручает. Почему? Я вам скажу, такой самый большой секрет в том, такой идиотский секрет, я говорю. Слушай, сложила все свои летние вещи, перестирала, аккуратненько сложила, по полочкам разложила. И вдруг опять лето. Кажется, дождь собирается, а зонтик мы не взяли. Что-то тякнет, да, какие-то капельки. Ладно, я по-быстрому, как говорится, покажу вам свой второй наряд. Опять-таки, ну, знаете, я ничего не купила на осень. Так вот, смотрите, ну, какая изюминка моего наряда? Это сумочка. Оказывается, сейчас опять в моде маленькие сумочки. А это у меня просто болезнь. И вот эта сумочка, естественно, я ее преобразила. Что бы я ни покупала, я всегда какую-то идею, да, как говорится, в жизнь воплощаю. Это очень хорошая сумочка. Это замша, а здесь кожа. И что же я придумала? Смотрите, я украсила ее брошкой. У меня очень много брошек. Мне кажется, подобрала я то, что надо. Держится она, естественно, хорошо, крепенько. Но самое интересное, как же я эту сумочку ношу? Ну, в чем же изюминка? А в том, как я ношу эту сумку. Через плечо нет, не через плечо. И не на шее она у меня. В общем, вы, наверное, догадываетесь, как она мне держится и за счет чего она у меня держится. Она не падает, она мне не мешает. И, знаете, никто ее не сорвет с плеча, потому что надежно она крепится. Как вы догадались, да? Смотрите, я все показываю. Здесь, конечно, будто бы никого нет, и нас никто не видит. Но все-таки как-то даже не знаю, неудобно. Я носила ее вот так вот. Ну, не то, правда же? Не то. Поэтому я придумала. Смотрите, я делаю петелечку. Вот петелечка. Петелечку подвожу под что? Как это называется? Под бретелечку. Вывожу, а затем в эту петелечку я провожу сумочку. И вот так вот опускаю. И вот смотрите, вот на этом уровне она у меня, сумочка, держится. И очень удобно. Ну, естественно, под кофточкой. Ничего не видно. В общем, идея классная. Не знаю, кто так еще носит. Или я одна такая. Вот эта кофточка тоже была на выход. Правда, выход был очень-таки частым. И я часто ее надевала. В общем, она мне нравилась. И я ее сохранила. А теперь она пригодилась. Кардиган, трикотажный кардиган. Слушайте, ну вот этот, конечно, сейчас буду я в нем. Видите, ветер такие. Такие, наверное, будет дождь. Эта вещь, я ее ношу. И если, допустим, мне сейчас попадется опять-таки какой-то кардиган такой хорошенький, трикотажный, я непременно куплю. Как видите, вещь очень легкая. И вот на такую погоду, когда чуть-чуть прохладненько, особенно, ой, я вам скажу, не переживайте, когда вы не успели что-то купить новенькое. Всегда найдется что-то старенькое и вас выручит в любую погоду. Ну вот они такие скромные мои наряды осенние. А вам я желаю крепкого здоровья, никогда не отчаивайтесь. Тряпка остается тряпкой. Выходите на природу, на свежий воздух, гуляйте подолгу и не откладывайте ничего на потом. Живите здесь и сейчас. Наслаждайтесь этой красотой.